I'm all for Christmas, all the happy smiles and the wishes. And I want it all, from the lights to the mistletoe. Tell me one thing, is there anything that you're missing? Всем привет, это Лайки Ньюс, и с вами Кристина Саньго. Сегодня я бы хотела порисовать вместе с вами, сегодня оформить наши артбуки и личные дневники в таком красивом, ярком новогоднем стиле, чтобы они поднимали нам настроение. Я покажу вам несколько новогодних рисунков, надеюсь, они вам понравятся. Итак, давайте приступать. И прежде чем мы начнем, подпишитесь на канал, кто этого еще не сделал, и нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить мои видео и смотреть их в числе первых. Еще смотрите мои уютные фоточки в Инстаграме, я очень стараюсь, чтобы вам нравилось. Подпишитесь, и мне будет очень-очень приятно. Мур-мур! Первый рисунок будет теплым и новогодним. Использую свой крафтовый блокнотик. Я нарисую двух милых пингвинят в новогодних шапочках. Сначала намечаю карандашом два силуэта. Один будет обнимать другого. Whatever we do, we will be all right. Краску наносим небольшими штрихами, которые имитируют шерсть. У малышей-пингвинчиков маленький серый пушок. Пузико и щечки рисуем точно такие же. Вот и создается такой эффект пушистых зверушек. Well, I'm all for Christmas. It's a magical time full of kisses. Take a walk outside and tickle the snowman's nose. Something from the chimney. I will keep you warm as soon as you remove that snow. Oh, whatever we do, we will be. Теперь располагаем лист горизонтально и закрашиваем фон голубым. Я использую мятный и синий цвет акриловой краски. Чтобы краска лучше распределилась по поверхности бумаги, возьмите губку. После того, как все высохло, намечаю карандашом две варежки. Закрашиваю все бордовой краской. Ждем, пока высохнет, а тем временем я беру жемчужную краску, можно взять и обычный белый цвет. Рисую узоры. Это могут быть круги, овалы, треугольники, зигзаги, все что угодно. Я еще хочу нарисовать веточки и силуэты оленей. А на этот рисунок меня вдохновила Coca-Cola со своими белыми полярными мишками. У них в какой-то год была такая реклама с ними. Да и вообще, я думаю, для многих кола ассоциируется с приближением Нового года. Это мама с малышом в шапочках гуляет по снегу, ожидая праздник. А это прекрасный способ избавиться от вот таких вот проблем. Бывает, что мы рисуем в блокноте маркером, а на задней стороне остается отпечаток. На таких страничках уже не порисуешь, остаются пустые грязные участки, что совсем не красит альбомы. Мы сделаем так, чтобы такой разворот не стыдно было никому показать.
Возьмите две любые краски и распределите их по краям. И самое главное в середине, чтобы картина была единым целым. Теперь нам пригодятся всякие вырезки из журналов и распечатки. Я часто выкладываю в группе разные картинки для распечатывания на принтере. Беру новогодние подборки и вырезаю нужные мне элементы. Да, кстати, у меня появились новые наклейки. Эти я заказала в интернет-магазине Sticker Shop. Ссылочку на них я оставлю под видео. Там же будет и купон от Like News на скидку. Подробности в описании. В общем, заполняем страничку всем, что у вас есть, чтобы не было свободного места. Я взяла картинки, которые ассоциируются у меня с праздником. Everyone's waiting for snow. Kids and grown-ups alike. I don't wanna be riding my bike this time tomorrow. The weatherman says it's a go, but look in the sky, I don't know. Santa, can you please make it snow tomorrow? 'Cause for Christmas Day, everything should be white, all glistening and brightly aglow. Perfectly cold. So come on already, truth be told. Кстати, вместе с каналом Дай Креатива мы проводим конкурс. Мы превратили свои рисунки в стикеры и разыгрываем наборы наклеек среди своих зрителей. Эти стикеры не совсем простые, они, можно сказать, даже универсальные и клеятся куда угодно, на любую поверхность. Это очень модно, прикольно и можно использовать как трафареты на одежду. В общем, все зависит от вашей фантазии. Те, кто хочет получить такой авторский сет, участвуйте в конкурсе. Подробности также будут в описании к видео. Понравились. Напишите в комментариях, какой из этих рисунков вам понравился больше всего, и будете ли вы что-то такое перерисовывать. И будьте креативными. Удачного вам Нового года. Пока! On this cold December day, we are on our merry way. Just singing a song, barreling through the snow. Bells are jingling, snowflakes tingling, Rudolph knows where to go. On this cold December day, I am piloting my sleigh. The work to be done on my Christmas run is the most tired chore. No girl or boy without a toy, so giddy up, Rudolph, my dear.